Эти кандидаты ожидают своей очереди на собеседование с членами комиссии. Соискателей отобрали на стажировку в структурах правительства Хабаровского края. Позади тесты и конкурс самопрезентации. Для многих это шанс получить заветный опыт работы, чтобы потом было проще трудоустроиться. Пройдя тесты, различные собеседования, кейс-задания, ты показываешь свои навыки, независимо от опыта работы. И уже молодой специалист после выпуска может, соответственно, применять свои навыки в реальной жизни, то есть на должности государственного служащего. В этом году документы на конкурс подали 46 выпускников ведущих вузов Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. Предложение о стажировке получили 15 человек. Вводятся дополнительные должности. С ребятами заключается срочный трудовой договор, и в течение года они работают, за ними закрепляется наставник, и они свои профессиональные компетенции продолжают развивать уже в практической плоскости. Проект «Стажировка в исполнительных органах Хабаровского края» существует уже 10 лет. За эти годы 117 человек прошли практику, а 85 из них получили работу в органах власти, причем многие уже стали руководителями. Губернатор системно дает наказ всем структурам, и преимущественно администрации губернатора и правительства края, на то, чтобы эти институты расширялись, увеличивались квоты, возможности, что все-таки будущее оно за молодыми, и опыт накопленный необходимо передавать. В 2015 году проект стажировки стал победителем конкурса лучших кадровых практик Минтруда России и был рекомендован для применения в других субъектах страны.